Мезенскому фермеру, растратившему государственный грант, оглашен приговор. Владимира Круглова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. 2 года назад он получил грант по областной программе развития сельского хозяйства почти 1,5 миллиона рублей. Эти деньги фермер должен был направить на развитие свиноводческого хозяйства в деревне Лампожне Мезенского района. Планировался ремонт и реконструкция производственных и складских зданий, а также приобретение скота и сельскохозяйственной техники. Однако Владимир Круглов всю сумму растратил не по назначению. Суд назначил ему наказание 3,5 года условно. Еще ранее решение областного арбитражного суда с фермера уже взыскана вся сумма причиненного ущерба.